2 и 3 апреля в спортивном комплексе «Юность» прошел 25-й турнир по волейболу среди женских студенческих команд, посвященный памяти одного из основателей этого вида спорта в нашем регионе – Семена Расина. В этом году соревнования приурочили к столетию со дня его рождения. Известный омский преподаватель и спортивный организатор прошел всю Великую Отечественную войну. Затем возглавлял кафедру физического воспитания Омского государственного педагогического университета. Почетное право открыть турнир предоставили министру спорта региона Дмитрию Крикорьянцу и президенту областного фонда поддержки детского и массового спорта Михаилу Расину. В турнире состязались 4 команды. В финальном поединке сразились волейболистки «Сибгувка» и команда «Универочка» из Омского государственного педагогического университета. Коллективы показали яркое упорное соперничество в начале матча и стремление играть на максимуме, почти в профессиональном стиле. В третьем и четвертом сете вверх взяли опыт и сыгранность. Команда «Сибгувка» выиграла матч со счетом 3-1, завоевав главный приз турнира. Мы старались выигрывать центральных наших игроков. Вот у нас новая девочка Саша первый раз в составе. Мы старались больше комбинаций с ней наигрывать. Каких-то сложных комбинаций у нас не было. У нас было всего просто через центр и в края. Серебряные награды завоевала «Универочка». Команда отлично сыграла во втором сете финала, продемонстрировала хороший уровень мастерства. Ценность как для нас, так и для соперника – это, конечно, красивая игра. Это совместные встречи, потому что спорт, он объединяет нас. Что касается по нашей игре, вторая партия, на мой взгляд, получилась очень красивая, очень шикарная. Это и нападение, и наша защита, и блок. То есть мы были как одно целое. В споре за бронзу студентки ОМГУПСа переиграли команду Саргатского района. Все отличившиеся коллективы получили кубки, медали и дипломы, а лучшие игроки – специальные призы.